В Магнитогорске у собственного дома расстрелян бизнесмен. Убийца выстрелил в коммерсанта не менее 12 раз. 6 пуль попали в живот, 2 в голову. Предприниматель скончался на месте. Известно, убит 36-летний руководитель армянской диаспоры в Магнитогорске. По словам очевидцев, около полуночи, когда он возвращался домой, возле подъезда поссорился с неизвестным. Потасовка переросла в перестрелку. Сейчас убийцу ищут.